Итак, открывай веб-браузер, иди на Sporting Live и посмотрим результаты за сегодня. Меня слышишь? Результаты. Полные результаты за последнее время. Вот они. За сегодня. Ты перешел туда, рядом. Сейчас я открою результаты по Лейцестеру. Вкладку по фантвеллу. Теперь пошел Лейцестер. Пошел Кломвелл. Называется Хелмсворт. Потому что еще и не началось, потому что еще и время не началось. Ну, тогда все понятно. Погнали наших городских. Записать. Значит, и так у нас что получилось? За сегодняшний день было 4 забега. И если мы ставили на лей, то у нас получился выигрыш. Начинали мы с 278 и закончили на 458. Значит, как все это дело, значит, можно легко посчитать. А вообще, начиная с начала Нового года, вот, начали ставить, ставка была изначальная 10 фунтов, а сейчас у нас 451. Вот, посмотрите, какие проценты. И теперь, значит, вот я хочу еще посмотреть конкретно, сколько, допустим, за сегодняшний день можно было заработать. Так. Вот. 144 фунта. На 144 фунта это уже, как говорится, немало. Значит, в данном ролике я специально не говорю о методике, по которой производится выбор лошадей. Не рассказываю, как там зарегистрироваться на сайте Betfair там, и все нюансы. Просто показываю практический пример того, как все-таки возможно на Betfair работать успешно. Значит, Надя, давай вот на самое начало поднимись. Начинали мы там со 2, по-моему, января, там 1 января, по-моему, ничего не было. И вот все это дело пошло. Вот. Значит, процент у нас получился где-то под 93. Ну, пусть даже будет под 90, все равно по данной методике, значит, работать можно. Она работает, работает нормально. Процент выигрышей высок. Так что вот для людей, интересующихся, скажем так, беттингом, это хорошее поле для размышлений. Ну, запомните, никто вам эту волшебную палочку бесплатно, значит, в ручки давать не будет, и никто вам ничего разжевывать не будет. Думайте сами, решайте сами. Есть какие-то вопросы, пожалуйста, знаете, значит, мои координаты. Вот, ну, уже сразу вам говорю, что эта информация, она будет
не для всех. Как ты сама считаешь, Надя, стоит эта информация того, что мы о ней сказали? Безусловно. Не только стоит. Любая информация сейчас платная. И, естественно, платить нужно. И причем это такие огромные деньги. Если 4411% прибыли, такого нет нигде. Просто грамотно, толково, изучено, действительно кроме давать эту информацию. Поэтому все будет хорошо. Кто захочет, тот поймет. Ну, а вот как ты сама считаешь, сколько, допустим, курс обучения стоил бы для человека, который в этом, скажем так, заинтересовался, и, исходя из российских реалий, мог бы, значит, ну, скажем так, естественно, это будет недешево, но, по крайней мере, человек мог бы за это дело заплатить, потому что, ну, во-первых, это увлекательное занятие, и при наличии компьютера, интернета у человека получился бы неплохой побочный доход, а может быть, это был бы и основным доходом, но это уже зависит от человека. Вот. Вот как ты считаешь? Это, допустим, треть, там, половина, четверть или три четверти заработной платы или пенсии и так далее. Вот как твое мнение? Я считаю, что это очень дорогое удовольствие, но относительно, конечно, каждого человека. 10 тысяч вполне можно было бы платить. Рублей. Ну, вот я из России, от российских этих. А естественно, кто живет на Западе, то уже другие совершенно критерии. То есть, если, значит, в принципе, я с человеком буду проводить индивидуальные уроки, человек будет из России, то сумма в 10 тысяч рублей будет хоть и не маленькой, но в принципе она будет, как говорится, того стоить. И это будут авторские уроки, то есть только по скайпу, только через TeamViewer, где я буду все показывать и объяснять, но, как говорится, скажем так, индивидуальные. Давно бы надо было эту методику людям давать, не давать, а продавать, будем говорить так, потому что она очень эффективна. Это такая классная методика, что лучше я не знаю. Ну, ты понимаешь, дело-то в чем? Что мне придется помимо методики еще давать целый начальный курс ликбеза. Что такое беттинг, что такое там ставки за, ну, короче, вводить человека в основы. То есть получится как бы так. Первая часть курса — это введение. Второе — научить человека работать с электронными таблицами LibreOffice там или Microsoft Excel, по барабану. И уже третья заключительная часть — это вот уже, скажем так, собственно, сама методика. У меня, значит, на сайте, на блоге, значит, есть такой финансовый отдел, и в нем, значит, написано «платные услуги». И вот в этих платных услугах, значит, эта методика будет выложена, в смысле не методика, а, значит, как подать заявку, зарегистрироваться, то есть, чтобы человек спокойно мог ко мне попасть. Ну, объясняю, что человек должен быть, по крайней мере, хоть немножко компьютерным грамотным. То есть людям, которые абсолютно нули, значит, в этом деле, просьба даже, как говорится, и не беспокоить меня. Потому что здесь, значит, нужен человек, если который желает овладеть, значит, этими, значит, навыками, должен, по крайней мере, иметь доступ к интернету, раз, значит, чтобы у него была установлена программа на компьютере, независимо, Винда там или Linux, чтобы была установлена программа TeamViewer и Skype, чтобы я мог через TeamViewer все это дело показывать. И
электронные таблицы или LibreOffice, опять-таки без разницы, формулы они работают, как говорится, и в Азии, и в Африке. Значит, подаете заявку, что значит, или на почту мне, или на Skype, значит, и в ней, значит, пишите, значит, не прошу, допустим, в Skype не прошу вас включить меня в список ваших там, а напишите конкретно одно простецкое словечко, значит, или по-русски напишите ставки, или напишите беттинг. Ну, в Англии и во всех странах беттингом называется, скажем так, искусство делать ставки. Вот и все. Я буду уже тогда знать, свяжусь с вами, и все дальнейшие вопросы, как говорится, мы обсудим. Вот. Ну ладно, Надя, спасибо тебе большое, что, значит, согласилась немножко помочь в этом деле, потому что, ну, занятие это интересное, лучше, как говорится, проводить все-таки время за анализом, значит, результатов там спортивных состязаний, чем просто там играть в эти стрелялки, пукалки и так далее. Но это лично мое мнение, как говорится, игроманам я тут не противоречу ничего. Кому что нравится. Ну, занятие это, скажем так, не менее увлекательное, чем игры, ну и, скажем так, посмотрите сами на результаты. Начинали с 10 фунтов, а сейчас в банке 451. Тут процент какой, как говорится, ну, я не знаю, вроде вам и тот меньше обещал. Вот. Я тоже обещать не буду, будут и у вас там и пролеты, и взлеты. Но если действовать с абсолютной, как говорится, тупой точностью по этой методике, вы сможете иметь хороший дополнительный доход. Это совершенно прав. Это увлекательное занятие. Оно мало того, что увлекательное, оно вообще развивает мозг и тренирует память. Великолепно. Желаю всем удачи. Ну ладно. Ну, Надя, спасибо тебе большое, что согласилась, значит, поучаствовать. Причем, значит, я вам скажу так, что здесь опять-таки, вот за что я люблю интернет, здесь нет никакой дискриминации ни по полу, ни по возрасту, ни по языку, ни по какому там другому признаку. Просто если человек имеет доступ к интернету и понимает то, о чем я говорю, значит, мы всегда уже сможем понять друг друга. Вот. Ну ладно, на этом ролик я свой завершаю. Желаю вам всяческих благ и до новых встреч. Спасибо, Алеша. Да, пожалуйста.